4 чемпионских пояса и трофей легендарного Мухаммеда Али. Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, победив с разгромным счетом россиянина Мурата Гассиева в финале всемирной боксерской суперсерии. Поединок проходил в Москве. Свою победу украинец посвятил отцу и тренеру. В эти минуты в аэропорту Борисполь готовится встречать чемпиона. Туда отправилась и наша съемочная группа.